Всем трем доброго времени суток. Это канал Boring Дмитрий или Скучный. Ой, скучный я. Уф, да уж. Куда же без пятигушка. Ну что, продолжаем наше неторопливое, казуальное, ленивое прохождение игры SnowRunner. Напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение. Отдельное громадное спасибо Shadow Anonym Channel 413, Did You Miss Me и Swart. Они знают за что. Ой, ссылка на донаты в описании под видео. Так, мне тут написали. Вячеслав, по-моему, если я ничего не путаю, написал, что Татру, говорит, изменили. Татра Феникс. А я помню, да, что как раз на него мы... Да, блин. И движок вроде как находили, да? Я помню Татру. Немножко поездил на ней, в общем-то, болт на нее забил, потому что неудобно. Нет, не то. Тет или не... Подожди, я путаю с чем-то ее. Татра Феникс. Или я с другой Татрой путаю? Опа. Да ладно, стоп, подождите. Или я ее перепутал. Сейчас, минутку. Татра, Татра. Так, у нас есть Татра 805. И Татра... А, стоит... Нет, стоп, подождите, сейчас. Или... А, так ее же нет! Тьфу ты, блин! Любите вы меня. Я с другой Татры. Я-то думал про эту Татру. Пишут. Про эту. Где она там? Где? Ну тут же была. Татра. Ты где? Зараза, найду, закопаю, блин. Может здесь? Нет. Тяжелый. А Татра тяжелая? А черт его знает. Вот, я думал, про это разговор идет. Я уже сделал. Может, я что-нибудь добавили? Так. Ага, бортовая платформа Татра есть своя. Платформа, ну да. Ну да, я помню, что она мне не очень нравилась. Угу. Ладно, в топку тогда. Татра Феникс. Так нет у меня Татра Феникс пока еще. Так, ладно, перепутал с этой. Ну окей, бывает. Так, что я хотел? А, все, вспомнил. Так, нам нужен вот этот Зикс, по-моему, да? Да, я его хотел заюзать. Да? Вроде бы. Да не, блин. Эвакуация. Иди сюда. Татра Феникс. Так. Платформа. Нет. Бортовая. А где его собственная? Подожди, тяжелый кран, не то. Красиво выглядит, черт побери. А у него разве не было своего этого кузова? Уникального. Хм. Странно. Ну ладно. Нет, так нет. Да нет, как говорится. Поехали, чё. Так, сейчас тогда за запчастями нам нужно ровно сюды и сюды, да? Ну да. Поехали. Так. Хороший звук, черт побери. Тогда я думаю... Большого цепляем этим и поехали вдвоем. Так, пересесть. Задись. Я-то думал, разговор идет про Татру, которая у меня уже есть. Ну ничего. Ошибся. Бывает чё. Так. Поползли. Тихо. Два супермена, блин. Ну,
кстати, этим двоим реально, я думаю, под силу ты откуда хочешь выбраться. Передний застрянет, задний подпенет, задний предзастрянет, передний дернет. Ну хотя плюс-минус по такому же принципу мастодонта с вороном работал, в общем-то. Так что тут. Все-таки спайка мастодонт и ворон удобнее. Потому что ворон более. Не знаю, почему-то вот у меня ассоциируется вот этот вот Сидорович все-таки именно с этим, с бензобаком. Именно с такой улучшенной версией бандита прям. Ну, не знаю. Уж как-то. Как-то все-таки мастодонт очень хорошо с вороном прям коммуницирует. Прям очень хорошо. Как-то у них прям. Очень так все. Прекрасно и замечательно. Задний все время подпихивает постоянно. Плюс у него свой кран. Странно, что они вот этому товарищу кран не добавили. Не понимаю. Так. Давай, вытягивай его. Ну, куда сейчас? А, тут правильно. Рыбак-рыбака. Что за рыбак-рыбака? Что-то не помню даже. Какой-то рыбак-рыбака. Надо будет посмотреть, что это за задание. Что-то я не могу припомнить. Дать где-то еще какая-то машина, наверное. Хм, реально не помню. Ну, либо машина, либо, блин, съездил на какое-то рыбное место, сфотографирую. Надеюсь, нет. Мне двух заданий хватило. Прокатись по точкам, осмотри их все, блин. Больше не надо. Да. А, кстати, мы шучу, в кабине. Ты не был тут ни разу, по-моему, да? Да. Кабина, конечно, прям пышет удобством. Но она в любом случае лучше, чем у заднего. Заднюю там вообще черт знает что по размеру. Так, да не, я думаю, таким паровозиком ехать и будем, ничего не придумывая. Наверно. Стоит. Так. Давайте облик сюда поставим. Нам нужны запчасти. Бам-бам. Запчасти бам-бам. Вот я говорю, был бы кран, можно было бы, я думаю, 4 абсолютно спокойно погрузить. То есть тысячи вот так вот их вставлять. Но крана нет. Крана нет. Нет крана. Нет крана. Нету. Так. Уях. Ну, то есть, конечно, можно было бы сюда кран поставить. На каждую точку отдельно. Так, а что за рыбак-рыбака? Ой, бляха-муха, да ладно, иди ты в жопу. Ну, сюда, наверное, этого надо будет тогда отправлять. Ай, да ладно, подождите, это же вот это вот... Ой, это вот это дурацкое место, а. А где этот рыбак-рыбака? Это вот здесь, да, ёперный театр. Ладно. Так, сейчас мы, значит... А, стоп, так я не в ту сторону разворачиваюсь. Мне сюда надо. Хе-хе. Упс. Рыбак, рыбака.
Рибака. На чем сюда и можно на мелком, конечно, приехать. Он же лед хорошо ломает. Можно. Так, то есть я не туда сейчас, да? То есть я сейчас не туда. Так, ладно. Поставим все в нужном направлении. Привык, блин, в ту сторону все время ездить. Довернул. Так. Ну, поехали, что. Залезу, не залезу. Сейчас посмотрим. Ну, это залез, а вот задний. И задний залез. Давай, 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 давай. Да, убойнейшее сочетание этих двоих, конечно. Тут не прибавить, не убавить. Единственный минус, эта парочка получается очень длинной. Это прям может быть проблемой в особо узких местах. Так, сейчас тогда чего? Сейчас тогда можно попробовать мелкого за этим рыбаком отправить. То есть сейчас он тут разгрузится и поехать назад. Или вот так проехать. Тут далеко. Что-то отсюда, да? Бля, нет, пошли, по-моему, развернуться. Вроде бы, как бы. Блин, в таком ракурсе можно было мастодонта отправлять. Черт побери, что-то я даже не подумал. А ведь на самом деле, слушайте, я реально тупанул. Можешь же было поперек поставить. Тьфу, блин, да. Ладно, пофигу. Что-то я даже реально затупил сейчас. Ну, то есть кран и ящики поперек. Но, правда, никаких шансов, что они не повылетали к чертовой матери. Это тоже, конечно, есть такая маленькая проблема. О-о-о, тише, 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 ты чё? Да, что-то... Мастодон тут поувереннее переползал, да? А, кстати, вообще заметно, да, что мастодон гораздо лучше преодолевает вот такие вот длинные препятствия, ну, такие какие-то вот подобные места. Лучше у него получается перебираться через них. Так, я тебя умоляю, только... Сука, уперся все-таки в это дерево. Только хотел сказать, только в деревья не упирайся. А он таки уперся. Просто взял и уперся. Собака страшная. Так, то есть я сейчас мы его отправляем туда. Или в объезд пусть покатается. Да пес его знает на самом деле. То есть, если, допустим, его отправить куда-нибудь вот сюда. Вот сюда вот, да, вот так объехать. Ну, кстати, можно, чем назад тут пилить, блин. Даже интересно, как он там вообще проедет. Их идея интересная. Давайте-ка так и сделаем. Еще не факт, кстати, что мастодонт вон там залезет. Угу. Так, может, тогда отдохни пока. Конечно, есть бортик со снегом, но...
Так-то лучше умереть, что наш драгоценный груз здесь вообще пройдет. А, то есть его здесь придется вести, наш драгоценный груз. Ну да, действительно. Дорога-то подготовлена, да. Угу. Сразу видно. Дорога для драгоценного груза прям подготовлена, мое почтение. Только здесь драгоценные грузы и возить. Ну, давайте вот так вот как-то. Тише. В пеньки не влезать. Оно нам не надо. От слова совсем. Вообще даже любопытно, смогу я в итоге доехать, куда запланировал или нет. По прямой, по прямой. Да, скорее всего, смогу. То есть, чтобы Татру остановить, тут должно быть просто лютое сочетание льда, камней, этого снега, грязи. Сразу как-то всего и побольше. Тогда да, она, наверное, остановится. Ой, Татру, говорю, че я болтаю. Извините, я немножко опять это, мягко говоря, не выспавшийся. Слегка это, заговариваюсь. Ну, это нормально. Это бывает. Проползай. Но здесь пока едем нормально. Здесь-то ладно, блин, там лед дальше будет. Вот чего я боюсь больше всего. Да. Так. И вот начинается отвратительная миссия, да, потихоньку. Еще деревья, которые даже будучи под колесами, не сразу проваливаются, блин. Так. Где-то тут надо направо. Ай! Ай, застряну. Ай, застряну. Нет. Ну правее. Давай! Где-то тут надо направо, а где-то тут надо налево. Угу. Охренительные условия, да? Давай, вытаскивай свою жопу. Кстати, здесь вполне Татра могла застрять. Хотя и не факт, кстати. Может и выползла бы в итоге. А может и нет, кто его знает. Вот эти смеркалось, да? Угу. Смеркалось. Давайте-ка, кстати, задание. Так, что там? Рыбак, рыбака. А, домой надо это привезти. Ёперный театр. Да иди ты в жопу. Да, я-то думал в этот. В поселок, блин. И... Что, одна единственная птичка? О, две. Две единственных птички взлетело. Давай, 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 прорывайся. Вперед!
Здесь, главное, сейчас ни того, ни этого. Ни этого, ни того. Не соскользнуть. Ай, тише, 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 не надо. Не соскальзываем, не соскальзываем. Ехаем, ехаем, ехаем. Как тебя крутится-то. Скольжение просто на максимум. Так, ну здесь сейчас важный момент. Сейчас главное, чтобы меня никакой ледышкой вправо не это не запулило. Собственно. Ой. Гадское местечко. Ну хотя не самое гадское будем. Ой-ой-ой, ну что ж ты так? Не самое гадское будем, честно. То есть тут могло быть гораздо хуже. Думаете, есть шанс выволочь этим грузовиком того гребаного рыбака? Рыбака. Да черт его знает. Шанс-то может и есть. Но не про нашу честь. Просто как бы... Это что за хрень? А, это та самая таинственная фигня. А что это такое? Подождите. Какой-то глюк непонятный. Тут как бы в случае чего, да, надо бы просто гнать этот какой-нибудь скаут с цепями, потому что если помните, там с этим льдом, о, льдинка просто улетела в глубину. Как он сюда доехал, каким, блин, хреном вообще? То есть я просто шизи. Что вот, мне даже интересно, а вот если бы я поехал на скауте, он бы здесь тоже проехал или проваливался бы? Потому что если бы он проваливался, это задание просто шло бы нахер широким шагом. Он еще и развернут не в ту сторону, блин. Ну да, конечно. Действительно, это же так прикольно. Сейчас вот... Тихо. Чего ты сюда приехал, парень? Вот скажи. На что ты вообще рассчитывал? Сразу же. Ой, я не могу. Это великолепно. Он стоял ровно до момента, пока я его не подгрузил. Это... ребята, ну это полный проеб. Идите нахер, а просто вот широким шагом, блин. Ну вы что, прикалываетесь, что? То есть он буквально провалился после того, как я к нему прицепился. То есть он стоял на льду и просто провалился. Охуенно, блин. Гениально просто. Ебаный карась, блин. Слов нет, одни маты. Ну тут что за хуета, вот без шуток, а? Ну как это вообще в какой-то вселенной должно нормально работать, а? Ну что за бред, вот, ну, серьезно, ну тут почему, то есть... Еще раз, он просто провалился после того, как я, блядь, его взял. Ну это, ну я не знаю, ну что за... Что-то там страшное происходит. Это уму не пусти. Это я не знаю, это просто полнейший проеб, блин. То есть это либо шутка такая от разработчиков, либо кто-то, я не знаю, конкретно обосрался с этим заданием. То есть, типа, сначала нарисовали локацию, потом нарисовали проблемы. Ну, такие, ну, надо какую-то задачу сюда добавить. Ну, давай, типа, вот машину будет спасать. Ну, давай, окей. То, что эта машина вообще здесь не может. Чё ж молчу тут. Уёбищный, простите, скаут, который в первой карте был, мягко говоря, вызывал какое-то недоумение, блин, своим всем просто. Я не знаю, это же скаут из самой, по-моему, первой карты. Это самый примитивный. Не знаю, он и на первой карте реально вызывал, ну, как это, легкий нервный хит. Как это, легкие нервные хихи, блин.
Да, ой, да, помню, тут дурацкое место, блин, тут деревню. Так, а вот здесь проблемы, здесь я на нем не залезу, да? Да. Тут, видимо, надо как-то будет. А я же вот здесь как-то нашел дорогу, да? Вроде бы да. Вроде бы нашел. Это не точно. Ну, один хрен, ладно. Сюда. Сюда. Как-то так. Сюда. И сюда. Поехали, недоразумение. Так. Да не глохнет, ядрёнка чешка. Так. Ремонт. Ну и тебя заодно тоже починим. Так, заправить. Чуть-чуть сделаем расстояние между нами. Пусть что ж там колесами как-нибудь крутит. Хотя я говорю, вот этот скаут на своих шоссейных колесах вообще без апгрейдов здесь и... О, нет, и это... Это просто, ну... Ну, это реально задание на отъебись... Просто большего на отъебись задания придумать сложно. Силка стоящая. Нет, это не силка, это как штука называется, забыл. В общем, вот с этой хренью стоящий поперек дороги. Столб лежащий поперек дороги. Ну, если вдруг-то трактор преодолел, да? Если наша мелкашка сзади наедет на этот столб, она себе, скорее всего, оторвет всю подвеску по самую крышу. Текс. Вообще, есть один существенный минус. Я как-то похерил все топливо, да? То есть у нас один бак остался, по сути. Буфы нету. Буфы нету. Вафе нету. Так, здесь же направо вроде, да? О! Сколько там урон прилетел? Вы увидели, да, такое? Там что-то 50, по-моему, число было, да? Конечно, убойнейшая. На крайняк, конечно, можно было тащить его до сюда, эвакуироваться и пригнать из гаража какой-нибудь грузовичок на цепях, который бы, наверное, туда залез. Что-нибудь это выдумать. В принципе. А, тут у нас синий снег. Ну да. Синий снег, ломкий лед, на говеннейшей грязной земле. Мы на Зиксе скаут везем. Что-то там под снегом, идущим вниз. Ну не силен я в рифмах, ну не силен. Тихо. Ты это, чувак.
пока не очень вижу, насколько тут имеет смысл вообще ехать. А, вон тут чё, ёперный театр. Тут гора. Уф. Так, тут-таки всё прекрасно. Ну, по-моему, нам надо бы немножко направо бы сдать, да? Отлично, такое подозрение легкое. Я не уверен уже сейчас в правильности этого действия от слова совсем, блин. Ну, хотя вроде норм. Так, вот сейчас мы там, как бы, мой задний скаут зашить не зацепился. Не, ну устойчивость, конечно, у этой машины — мое почтение. Это прям вообще, я говорю, вы видели, да, на какой сейчас поверхности она у меня стояла? Даже, что называется, особо не шелохнулась, блин. И это прям да. Возвращаясь к теме, почему я называю это бандитом 2.0. Ну это реально бандит, блин, улучшенный, черт побери, бандит. Очень сильно улучшенный. Это итерация. То есть был бандит. Переворачивающийся, как говорится. О-о-о, тихо-тихо, что ты на... Чё мы там-то? А, вон там, ёшкин крутый. Там, короче, и камень, и этот, господи, и провал, ещё что-то, ну понятно. Ладно, проехали. Так. Кажется, нам вот сюда. Ну, это не точно. Чутка задний ход. Так, разворот. Поворот. Пролезу, не присутствую. Я точно здесь ехал. Знает. Может и не здесь, но я пролез. Вообще вот еще, ну вот по крайней мере катаясь вот тут между этими деревьями, я заметил, что конкретно вот у этого Зикса, у него как-то мало цепляющихся поверхностей, что ли. То есть вы вспомните, вот у других грузовиков тем зацепишься, этим, тут дерево не пускай, здесь. А этот как-то вот и ветки вроде сквозь него не проходят. В бревна он упирается, это да, это есть, но это у всех есть. А у этого как-то вот... Как-то цеплючесть поменьше. Ну, по крайней мере, пока что. Хрен знает. Сейчас наеду на какую-нибудь веточку и поменяю свое мнение, что называется, на все деньги. Но пока что ощущение именно такое. Так, стоп, что? А, нет. Нет, это будет тревоги, все нормально. Там. Ну ладно, этого, допустим, довезем. Допустим. Может, ему какую-нибудь машину из нашего гаража подарить? Яр, например. Ну реально, я вот этот скаут 800, я не знаю, это последнее, что ты ожидаешь увидеть на подобной карте. Да еще и в базовой комплектации. Ну что, ай. Давай, еще чуть-чуть. Почти доехали.
Попробуем обычную скорость. Здесь тоже вроде он должен ехать. Тут и под горочку, и не шибко скользкий, дорог более или менее ровная. Ну, вон до тех камней. Ну чё, поздравляю, довезли засранца. Но бак я ему забивать не буду. Отремонтировал, ладно, заправлять сам будет. Не знаю где. И не смей мне его дарить в подарок, блин. Скотина. Нормас, нормас ты, брат, просто мастер. Нет, не я. Это на меня наговаривают. Ладно. Теперь встаем опять тут где-нибудь на выезде. Где-нибудь тут. Проблема, что где-нибудь тут, вечно где-нибудь там. Так, ну шо, мастодонт. Поползли. Сейчас главное по снежку уехать, потому что иначе хрена лысого этого наверх залезу. Вот по этим вот. Нет, ну не выезжай, ну. На сугробик. Не слезай с него. Ну что ж тут подлюка такая. Ну чё ты, давай. Серьезно что? О. По бортику цепляется. А, так можно. Прикольно. Тут, я так понимаю, был завал, да? Ну да, здесь, скорее всего, он и был. Видно, что наши расчищали. Ты, сука, сплошной лед. И, конечно, да, грязь оставили. Ну да. Да-да. Маша, расчистная команда. Самая лучшая команда в мире. Всякий раз, когда ты видишь, как работают эти профессионалы, так и хочется обнять их до хруста в шейных позвонках. От всей, так сказать, души. От всей души хочется заорать. Души эту сволочь, души. Интересно, да, что колеса Зикса, получается, они не пытаются переползти через вот эту вот огородку. Они почему-то за нее цепляются, но не переползают. Потому что вспомните, да? Тот же, например, ну, у многих грузовиков, когда ты подъезжаешь к этой огороде, огороде, вот, а у них как-то получается прыжок, и они все через нее пытаются перемахнуть, а этот именно как-то вот за нее цепляется, но наверх не лезет. Ты что? Это хорошо, это здорово. Маленький, как говорится, лайфхачок. Ну, хотя проще сюда кого-нибудь подогнать с цепями. Угу. Уже какого-нибудь тяжика на цепях подвести. Просто подтягивает.
Иди к Кузнечу. Что это за... А, Danger. Гермиона Danger. Ой. Как это печально. Да, тут похоже есть. Ну, чё? Всё, приехали. Да. Вот тоже расчистили одно, второе, третье. А здесь, блядь, что, расчищать не нужно? Это типа нормальная дорога, да? Логика просто вот... Сплошные... Я говорю, логику на этой карте просто избивали страшнейшим образом. Я не знаю, били по всему, почему бить нельзя, и по всему, почему может. Просто, блин, мистика, как в мясо ее, что называется, утрамбовывали. Тут расчищаем, тут не расчищаем. Тут мост делаем, здесь не делаем, блин. Расчищаем, да, кучка мне остается на дороге. Ёб твою мать. Да что с вами не так, ребята, блин? Хотя я уже говорил, моя основная претензия к этой карте, что тут не смогли определиться, собственно, что у нас тут. Бездорожье, сложная дорога или еще что-то. Опять пустили этого невидимого летающего снегоочистителя, который тут чистил, тут не чистил. Тут мимо пролетел, блин. Так, это мы вообще... Так, смотрим. А, это перекресток. Да, это перекресток, все правильно. Уф, ладно, тогда сейчас это закончим. Да будет своеобразный рекорд, 3 задания за одно видео. Ну, кстати, да, действительно, рекорд получается. Своеобразный. Козлой! Мы на гололеде, на кривой дороге, на нешипованной незимней резине. Кстати говоря, к слову о зимней резине. Нет, конечно, все замечательно. Цепи и все такое, это все классно. Но вообще-то ведь существует еще такая штука, как зимняя резина. А почему ее тут нет? Я что-то как-то даже об этом не задумывался. Типа как... Уперся, что вот шипы, цепи, ладно, это на самом деле. Есть же такая охренительная штука по вытягиванию денег из карманов автолюбителей под названием зимняя резина. А почему здесь ее нет? Почему тут не... Как это? Почему в этой игре, в которой представлено аж несколько карт, на которых есть зима, отсутствует такое понимание, как смена, так сказать, колес с учетом времени года? Или вы хотите сказать, что для таких машин такого не предусмотрено? Ну, что-то не знаю. Что-то мне кажется, что создатели шин не упустили бы такой момент. Учитывая, сколько в мире грузовиков, да не разработать для них сезонные, так сказать, покрышки? Ну, нет. Это, знаете, что-то как-то... Что-то как-то. Ни в жизнь не поверю. Вот вроде немного ехать осталось, да? Но вот это вот немного, блин, превращается в какой-то непрерывный гемор. Вроде недалеко. Вроде рядом, блин, но... Едешь. Никогда ехать не можешь. Да, немножко не повышенно покатаемся для разнообразия.
Не знаю зачем. Просто так. Ой, извините. Это был очень искренний зевок. А, вот он. А, тьфу ты, я ж перепутал. Блин, я-то про эту думал дорогу. Перепутал, ну ладно. И... Ничего. Нет, конечно, иметь прямо шут от стартового комплекса завода не повредит, но если я еще раз увижу груд деревьев на дороге... А вот это, блядь, кто убирать будет, а? Ну ёп... спокойно. Так. Топливо для народа. Два топлива. Откуда? Оу. А, ну значит, Зиг сюда и поедет. Хорошо. Что еще тут есть? Построить больше ферм. Кирпичи, металлические балки. Металлические балки, кирпичи. И что там еще? Эй, отдай. А, короткие бревна 3. А где короткие бревна? Ну ладно, видим бревна откуда-то. И стратегический зопа. О, я забыл про эту хрень. Сколько же я мимо ездил-то, а? Бляха-муха. Точно. Один же нужно привезти всего. Фу, блин. Угу. Ну тогда ладно. Сначала топливо для народа сюда. Потом... Блин, потом за прицепом пилить, да? Ёкаламане. Хотя... Если вот сейчас сюда... Потом сюда. Заехать, заправиться. Взять. Сюда сдать. Сюда. Хм. Кстати, ничего такой вариант в целом. Ну да. Но этот вариант мы будем рассматривать в следующей неделе. А пока что, народ, водилу в тепло. Всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на Дискорд и на донаты все это в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же до сюда досмотрел, обнимаю. Парней хлопаю по плечу. Девушек чмокаю в щечку. Увидимся в следующей серии. SnowRunner Norm Amur Drain. Уф, вроде я забыл все, что хотел. И не более. Да. Как-то так.